при входе в запретный город, для того, чтобы не было терактов, забирают все, что может вызвать огонь. У меня забрали зажигалку, но у меня в другом кармане была вторая. Ту, которую забрали, пообещали вернуть на выходе. Их выносят целыми пачками на выход и оставляют в этой коробочке, где написано «Заберите свои вещи». И честные туристы пытаются подойти и забрать свою зажигалку. Но посмотрите, что тут осталось. Вот каждый из этих людей, у которых на входе забрали зажигалку, подходит и в надежде на то, что он увидит ее здесь. Но, к сожалению, здесь только обломки старых зажигалок. Давай я подсыл. Вот этому, вот у этого парня забрали зажигалку. Он подошел в надежде увидеть там, но не увидел тоже, как и я. И поэтому я ему дал подкурить. Он на радостях угощает меня китайскими сигаретами. Си-си. Си-си.